Автопробег стартовал от здания правительства Московской области. И вот его участники добрались до Красногорской городской больницы номер 1. Первым пунктом программы намечен осмотр сосудистого центра на базе этого учреждения. Центр начал свою работу сравнительно недавно, в марте этого года, но уже успел стать ведущим в области. Наличие в районе такого учреждения позволяет вернуть к полноценной жизни немало пациентов со сложными диагнозами. Здесь организована работа в круглосуточном режиме, в полном объеме, что, в общем-то, не везде это возможно пока на сегодняшний момент. И с марта месяца практически 1000 пациентов прошло через наш центр, больше 800 пациентов получили вмешательство. То есть мы обеспечиваем здесь все виды необходимой медицинской помощи. И в дальнейшем пациенты поднимаются уже у нас для продолжения лечения, ранней реабилитации в отделение неврологии и кардиологии этого лечебного учреждения, или в Петрово-Дальневскую участковую больницу для прохождения дальнейшей реабилитации. Гостям показали сердце сосудистого центра, блок реанимации и интенсивной терапии, а также рентгеноперационный блок, где проводят специальное лечение больных с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения. Но прежде чем начать процедуры, важно провести диагностику, говорят руководители учреждения. Одно из звеньев сосудистого центра – это отделение функциональной диагностики, которое нам обеспечивает выполнение функциональных тестов, это эхокардиография, это нагрузочные тесты у больных с острыми нарушениями, с острым коронарным синдромом, с нестабильной стенокардией, со стенокардией напряжения. Это отделение кабинета ультразвуковой диагностики, там, где выполняют исследования характеристик кровотока у больных с нарушением мозгового кровообращения, с транзиторными ишемическими атаками. Оно находится здесь недалеко, на этом же этаже, в шаговой доступности. Этот автопробег будет проходить в течение 3 дней. За это время врачи посетят лечебные учреждения Клина, Дмитрово, Люберец, Егорьевска и других городов Подмосковья. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.